Святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл посетил Российскую академию образования, где принял участие в заседании президиума академии. Перед началом рабочей части заседания предстоятеля приветствовал президент Академии образования Николай Никандров, вручивший патриарху Кириллу диплом почетного члена Академии образования. Академик Никандров напомнил присутствующим о роли его святейшества в принятии решения о включении в школьную программу курса «Основы религиозной культуры и светской этики» и о вкладе в разработку основополагающего документа «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви». Там очень достойное место уделено проблемам воспитания, взаимодействия церкви и государства, ну и в более узком плане не воспитание вообще, а духовно-нравственного воспитания. Это трудная была работа, и эта работа велась в значительной части под руководством тогда митрополита Кирилла. Ну и я не могу не сказать, предваряя несколько сегодняшнее обсуждение основного нашего вопроса о духовно-нравственном воспитании, что и в быстром продвижении этого вопроса на самых, так сказать, верхах нашей светской власти его святейшество патриарх Кирилл сыграл выдающуюся роль. Патриарх Кирилл обратился к участникам заседания с ответным словом. 21 век не представляется веком образования. Не только потому, что сегодня наука становится реальной движущей силой технического прогресса людей и общества, но еще и потому, что колоссальный поток информации, который обрушивается на современного человека, может быть усвоен только в правильной системе, в правильной образовательной системе. Поэтому стоят, я думаю, огромные проблемы перед образовательной системой. Вот мы сейчас все говорим о реформе образования в России. И это действительно является очень важным, злободневным делом. По словам его святейшества, реформа образования в России призвана стать ответом на огромные изменения, которые происходят в информационной сфере. Предстоятель выразил надежду на то, что сфера образования вновь займет подобающее ей место в шкале национальных приоритетов. Мы озабочены все также и нравственным воспитанием людей, потому что ведь не киберсуществ должна готовить образовательная система, только умеющих работать с информацией, а затем реализовывать эти полученные знания в прагматической сфере. Очень важно, чтобы в условиях этой постиндустриальной культуры развивалась гармоничная личность, гармонично развивалась человеческая личность. И духовное, нравственное измерение должно непременно балансировать все то, что связано с прагматизмом. Иначе действительно мы будем, как говорят инженеры, на выходе иметь не того человека, который способен будет справляться с многочисленными вызовами, которые современное культурное и техническое развитие обрушивает на человека. В завершении встречи в дар Российской академии образования святейший патриарх Кирилл передал уникальное подарочное издание «Патриархи Московские и всея Руси».